Ну что, Серега, ты в эфире? И ты в эфире. Можешь поделиться с ребятами от своих ощущений по поводу... Как ты назвала? Трипильска? Трипильска? Как-то эффект Трипильска. Мотивы Трипильска. А, вот. Да, Трипильские мотивы. Трипильские мотивы. Это Олег, который уехал в Израиль, потом упоминал про трипильскую культуру. Если Олег будет нас видеть или слышать меня. Да, да. Ну, он как-то тоже, я же любитель тоже название придумывать. И он тоже там мы делали под деревом. Трипильская культура. Тогда уже упомянул, а это Сергей. Назвал, он говорит, что трипильская культура, говорит, мотивы трипильской. Трипильская линка. Линка, дышащая, кубически чистая, энергетически сильная. Энергетически. Ну и ты что же, наверное, каким ты настроением делаешь, что же передаешь? Безусловно. Вкладываю, так сказать, все самое хорошее, что у меня есть. Когда плохое настроение, то лучше к декоративке не подходить. Да. Пойти посчитать голубей, посидеть на лавочке, посчитать облака, или на тихие воды посчитать хвойки. Кстати, вот это же хотел, что я включил камеру, хотел показать вам, как большим шпателем Серега управляется и делает такие, накидывает маракешек. А я уже после него добавляю сюда еще так сказать, деталировочки. Надо, конечно, будет наверху. Но сама суть. Значит, что надо получать? Серега накидал. Вот Серегина рука. Первая, да. Вот как она выглядит. А уже после того, как я подходил к нему еще, к этому к стеночке, я накидал еще, так сказать, взял шпателёчек и еще подкидывал. То есть, что здесь важно, на что обращать внимание. Бывает попадается, ну, это получается кварц. С добавлением кварца и попадаются такие, ну как мы назовем это, ну не стиральные доски. Ну, в общем, когда она начинает прыгать на вот этих, на этом кварце, что она модельная мама. Для этого мы сделали кварц грун. Она, так сказать, она вот придерживает эти песчинки. И плюс я еще делаю в разных направлениях, то есть ищу то направление, вот я его в одну сторону, в другую сторону, ищу то направление, где эти песчинки уложатся так, чтобы они были гладенькими. Это один момент. Второй момент, подойдет не чуть позже, она, стена чуть возьмет влаги с нее, она чуть уплотнится, и тогда не подойти, и ее еще раз добавить, убрать вот эту, стиральную доску. Это раз. Второй момент. Добавлю еще. Сейчас добавляю еще чуть материальчика. А потом он чуть прихватится, и я его пройду чистым. Чистым, так сказать. Чистым материалом. Вот этим. Вот, так сказать.